найди врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук! А нельзя все решить разговором? Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка! Цели и средства, паук! Это цели и средства! И какая цель у этих конкретных средств? Свобода! Настоящая! Конец костюму! Конец носорогу! А мне костюм нравится! Такой заметный! Радуйся, паук! Без костюма я буду тебе не так опасен! А как же наши увлекательные беседы? Малыш, ты смешной. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе башку. Так, носорог, давай закончим. Восьмитонный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь. Ты прелесть, Кот! Но лезть в драку грубо! А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его завтра? Так, Аркан, именно это я бы и сделал! О, ты прям как пожилые супруги! Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Шестерка, которая убила Человека-паука и сделала из него одеяло! Гарган, заткнись, не позорься! Носорог избавится от костюма. А что Октавиус обещал тебе, Скор? Он воюет с одеждой. Нет, брат. Паука я моргу бесплатно. Деньги просто подал. Гарган, что ты делаешь? Уличики, играю, идиот! Помоги мне! Гарган, если мы проиграем, ты узнаешь, какой урод! Ah!
Я сам раздавлю букашку. Носорог оглушен. Теперь можно бить. Мы можем остановиться прямо сейчас. Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Да, твое, урод! Время, проведенное вместе, поможет вам поладить! Так, Юрий, четверо готовы. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее. Эй, Пит, я проверила все базы данных. В одном месте можно посмотреть в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория и выйти. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Агентам, доложите обстановку на Музейной миле. Так как некоторые распускают про меня непристойные слухи, я хочу прямо сейчас на чистоту поговорить о Скорпионе. Да, это я оплатил процедуру, давшую ему силы. Нам отчаянно нужен был кто-то для противостояния Человеку-пауку. Но не я виноват, что в процессе Скорпион сошел с ума. А великий кабинетный ум, проводивший процедуру, лишь жалкий ученый, жадный до моих денег. Это его преступная халатность. Никто не верит в личную ответственность больше, чем Джей Джона Джеймсон. Но в этом случае я категорически заявляю, я не виновен!